В Тверской области за полгода от граждан поступило 673 жалобы на финансовые организации. Это на 40% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Статистику приводит Тверское отделение Центробанка России. Обращавшиеся направили 355 жалоб на работу банков и 66 на условия потребительских кредитов. А также 61 сигнал касался обслуживания счетов, 15 – ипотек. Жители региона были недовольны условиями кредитования и сообщали о проблемах с возвратом займов. Беспокоили население и мошенники, о которых говорилось в 55 случаях. Из-за действий махинаторов люди брали кредиты, переводили деньги другим людям, переходили по сомнительным ссылкам. Существенно сократилось число недовольных работой страховщиков. 72.